Можете представить себе книгу, у которой нет заголовков, запятых, пробелов, все предложения перепутаны, а главы и вовсе отсутствуют. Сможете ли вы в таком случае уловить суть книги, найти нужный кусок текста или что-то добавить туда? Думаю, что это будет очень сложно. Как и книга, код также нуждается в структурировании. Наша задача сделать код понятным и читабельным. Существует совокупность правил, которыми руководствуются разработчики при написании кода на том или ином языке программирования для того, чтобы код был гибким и понятным. И начнем мы с того, как называть свои константы, переменные, функции и так далее. С именования. Мы с вами уже проходили тему имени переменных констант, и сейчас давайте просто вспомним основные моменты. Имя переменные константы должны четко отражать суть ее значения, то есть что в ней хранится. Например, переменная sum of two doubles – это сумма значений двух даблов. Переменная username Имя пользователя и так далее. То же самое касается и функций. Стоит также избегать кратких имен типа let x и y, иначе будет сложно понять логику этого блока кода. Если имя из нескольких слов, следует использовать стиль camelCase. Теперь поговорим о функциях. Открывающую фигурную скобку в Swift нам следует писать на той же строке, что и имя функции. Аналогично код пишется и в условных операторах, где на уровне с ключевым словом вы пишете открывающую фигурную скобку. Если у вас есть else блок, то вы его пишете на том же уровне, что и закрывающая фигурная скобка первого блока и открывающая второго. Циклы записываются по аналогии. Это не влияет на работоспособность программы, но делает ее понятной и читабельной. Очень важной чертой хорошего кода является его последовательность. То есть, если мы, например, создадим функцию и хотим в нее поместить еще одну, которую создадим позже, мы ее прописали и создали только потом. Конечно, такой код будет работать, но если ваш код будет читать другой программист, ему потребуется время, чтобы отыскать, где была создана эта функция. А если она такая еще и не одна, то вас явно вспомнит добрым словом. Поэтому следует придерживаться общей стилистикой написания кода и переместить нашу функцию над ее вызовом. Мы с вами рассмотрели основные моменты по оформлению вашего кода, придерживаясь которых вы сможете сэкономить время и нервы при обработке и поиску ошибок.